Всем привет, я Олечка, и сегодня у нас такое домашнее видео, потому что оно посвящено по большей части вам и нашему каналу. У меня в руках посылка. Не переживайте, канал не переходит в формат распаковки, но сегодня мы будем заниматься именно этим, потому что наконец-таки нам пришла из другой страны, что сейчас узнаем. Давайте я вам немножко раскрою завесу тайны. Нам пришла кнопка серебряная от Ютуба. Пришла на самом деле довольно-таки быстро, только оказалось, нужно было самостоятельно подавать заявку на нее, и можно было подавать еще несколько месяцев назад. Но так как я узнала об этом совсем недавно, поэтому она и пришла. Но я терпела целую неделю, чтобы ее не распаковывать, она мне лежала на полочке, и вот он, пришло время, мы вместе посмотрим, какая она. Уважаемый таможенный агент, это я. Это служит подтверждением того, что прилагаемый товар является бесплатным подарком получателю, присужденную за то, что он достиг 100 тысяч подписчиков на своем канале YouTube. Награда. Металлическая доска с блестящим логотипом YouTube. Вот она как называется, серебряная кнопка. Металлическая доска с блестящим логотипом YouTube. И персонализировано с именем получателя. Наша серебряная кнопочка. Классно. Спасибо вам, мои дорогие подписчики, что вы с нами. Следите за нашим каналом. Впереди у нас много всего интересного. И на 100 тысячах мы, конечно же, не останавливаемся. Вперед к миллиону. Всем пока-пока, до новых встреч!